Его по ошибке называли истребителем пятого поколения еще в 90-е. Су-47 «Беркут» — боевой самолет с обратной стреловидностью крыла. Многие страны пытались сделать подобное, но проблему разрушающих нагрузок на крыло смогли решить только в России. Это вот была уникальная тоже работа, тоже как бы сходу, с листа. Вот, но он, к сожалению, ну, не пошел вот в серию, но тем не менее, вот такой самолет был изготовлен, и такого самолета с крылом обратной стреловидности из композита нет ни у кого. Он существует в единственном экземпляре. «Беркут» теперь летающая лаборатория для отработки новых технологий. У него уже нет будущего, однако Су-47 дал жизнь другому самолету. Истребитель пятого поколения с шифром Т-50 создан в КБ Сухого. Предприятие, входящее в состав корпорации, производят различного рода продукцию и комплектующие для самолетов, и в том числе, конечно, для самолета пятого поколения. Я думаю, что вот такой продукции примерно около 70%, которая входит в состав самолета пятого поколения ПАК ФА, который вот только что совершил первый полет. После первого его полета уже заговорили, если и не о превосходстве русских самолетов над американскими, то уж точно о паритете в воздухе. Кто кого засечет первым? Вот главный вопрос в современном воздушном бою. Технология невидимки стелс означает, самолет должен излучать как можно меньше тепла, нести на себе минимум металла. Поэтому закрывают сопла и лопатки двигателей, используют композитные материалы. На примере, можно сказать, даже вот зарубежных прототипов, это и самолет F-22 Raptor, и вновь создаваемые самолеты F-35. Да, композиты там нашли очень широкое применение, это больше 40%. И мы уверены, что и в нашем перспективном истребителе применение данных материалов составит не меньшую цифру. На научно-производственном предприятии «Технология» разработали новый углепластиковый материал специально для истребителя пятого поколения. Создали композитную оснастку. Это не металлическая оснастка, которая там на Западе там из инваровых сплавов очень дорогая. А почему из инваровых? Должен быть очень низкий коэффициент термического расширения. А вот композитная оснастка, она легкая, соответствует по коэффициенту термического расширения. В равном бою двух невидимок победит тот, у кого лучше радиолокационная система. Если речь идет о том, что сигма вот этих самолетов наших и предполагаемого противника будет в районе хотя бы метра, да, эффективно противодействовать таким самолетам мы сможем. Я думаю, даже мы сможем выигрывать у них. Сигма – это как раз показатель незаметности. Величина отражения луча от самолета противника. Чем меньше сигма, тем сложнее засечь самолет. Ну, здесь вот поближе мы видим нашу любимицу. Владимир Загородний с любовью рассматривает детище своего коллектива – радиолокатор для нового истребителя. В нем больше 1500 маленьких приемопередающих элементов. Такую технологию называют АФАР – активная фазированная антенная решетка. АФАР – это глаза и уши для локатора, тем более для пятого поколения. Значит, отличается от пассивных антенн тем, что в каждом канале антенны расположены усилители мощности. Пассивная антенна управлять лучами не может. Для сканирования и сопровождения целей вращается сам локатор. На истребителе пятого поколения локатор неподвижный. Ищут и сопровождают цели сами лучи. Если врага засекли, то никакой высший пилотаж уже не поможет. Выйти из зоны действия такого локатора крайне сложно. А на Т-50 установят 5 радаров. Один спереди и 2 по бокам с фазированными решетками и пара локаторов дециметрового диапазона в крыльях. Сейчас в НИИ приборостроения имени Тихомирова как раз испытывают режимы сопровождения 20-30 целей. Потенциал у АФАР, говорят разработчики, еще на десятки лет вперед. То, что заложено сегодня, я не видел это ни в Репторе, ни в F-35. Американский F-22 до появления Т-50 считался непобедимым. Его идеология – быть малозаметным для наземных локаторов. Идеология суховского истребителя – засечь «Раптора» раньше и эффективнее сражаться в ближнем бою.
Для улучшения маневренности наш истребитель оснастили новыми двигателями с управляемым вектором тяги. У него, естественно, другая тяга, основная характеристика, естественно, другие регулировки. Вот там примерно ряд конструктивных решений внутри, совсем других, которые приводят, естественно, к этим характеристикам повышенной тяги, внешним расходам. Но самое главное, что на нем есть, как я уже говорил, это абсолютно другая система регулирования. Новый двигатель НПО «Сатурн» – развитие силового агрегата с индексом 117. Это сердце истребителя Су-35. Вот его испытывают в Рыбинске. Двигатель пятого поколения еще усовершенствуют, увеличивают ресурс, тягу. Хотя уже в первом полете Т-50 показал свою мощность. Взлет почти вертикальный. Уже сейчас истребитель готов выйти на сверхзвуковые скорости без форсажа. Один из главных критериев пятого поколения. Никаких проблем вот с этим понятием кризисного звука не существует. Да? Этот самолет может выходить на эти режимы, ну, в процессе доводки и испытаний. Это вопрос к самолету, а не к двигателю. То есть двигатель все это обеспечивает. Самолет, взлетевший с аэродрома в Комсомольске на Амуре, первый опытный образец. Его облик еще может поменяться. Но те приборы, узлы и агрегаты для Т-50, которые уже испытаны на земле, скоро поднимутся в воздух на новой опытной машине. Начинаются переговоры, и в ближайшее время, я надеюсь, будет подписано соглашение о создании совместного самолета российско-индийского пятого поколения. И этот самолет будет потом совместно нами уже продаваться за рубеж. И, возможно, в будущем Т-50 и F-22 сойдутся в учебном бою. И станет ясно, кто же сейчас господствует в воздухе.